Пока одни участники проверяют давление в колесах велосипеда, другие тестируют мобильный интернет. Все должно быть идеально. За победу в квесте от компании «Мегафон» борются две команды – «Велофон» и «Мегаавто». Одна на велосипедах, другая на автомобилях. По городу, как всегда, раскиданы загадки, стоят агенты, которые вас уже приведут к финишу. А в этом вам поможет, само собой, самый лучший, самый быстрый интернет от «Мегафона». По результатам замеров через приложение «Спид-тест» мобильный интернет «Мегафона» самый быстрый в Чувашии в 2017 году и в первом квартале этого года. Можно быть уверенным, «Мегафон» не подведет. Квест состоит из 5 заданий, первые из которых в парке Амазония. Сейчас узнаем, что за секрет тут. Бюст на постаменте. Часть текста, наверное, который пригодится. Интернет быстро работает с «Мегафона»? Очень быстро. Новую программу быстренько скачала. Если вы видите человека с завязанными глазами, который смотрит в дерево, знайте, он выполняет задание квеста от «Мегафона». Вместо глаз – телефон с прямым эфиром в Инстаграм. Цель – найти 5 подсказок на дереве. Теперь выше поднимайте телефон, посмотрим, есть там на стволе что-нибудь. Пока команда «Велофон» разглядывала дерево, «Мегаавто» уже справилась с заданием и получила очередную локацию. Дом красной профессуры Чебоксары Константина Иванова. Суши организаторам квеста оказалось мало. В ход пошла вода. Среди отдыхающих на лодке нужно было отыскать агента «Мегафона». Он должен быть, выглядеть в футболке «Мегафон» и в шляпе какой-нибудь. А если он будет зеленый, как Шрек, это наш агент? Да. С помощью соцсетей команды вышли на последнего агента. Заключительное задание выполнено через быстрый интернет-оператора. Интернет от «Мегафона» стал нам сегодня настоящим помощником. Если бы не он, я думаю, мы бы забуксовали вот в 2-3 местах как минимум. Это было круто. Скорость была на таком уровне, что никаких придирок. Все отлично. Самым сложным, как ни странно, было первое. С именами амазонок пришлось побегать, и буквально и туда, и обратно возвращаться. И, естественно, без интернета мы бы не обошлись. Он стабилен, что он быстрый, что он поможет везде. Мы даже вот на середине залива, и то отлично нашли информацию. Все участники квеста получили дипломы и памятные подарки от «Мегафона». Компания уже 14 лет радует местных абонентов не только призами. Главное – это качественная связь и быстрый интернет, которая всегда рядом.